Радий представити гостей нашої студії, співзасновницю зоозахисної громадської організації «Фенікс» Наталію Данилюк та Олену Жигалкіну, психотерапевта сімейного і дитячого психолога. Доброго ранку вам, дякуємо, що ви разом з нами. І так, проблема зараз большая просто з собаками, які бігають по вулиці, і чим з кожним днем, скажімо так, більше з'являється сводок того, що нападають ці собаки на людей. Буквально кілька днів назад на одній з вулиць Ніколаєва напали на жінку. Що потрібно робити в першу чергу, чтобы не привлечь внимание вот этих собак уличных, которые бегают без присмотра? Ну, в первую очередь сейчас мы видим проблему в том, что весна, очень много собачьих свадьб, и это действительно очень опасное явление, несмотря на то, что... Как бы позитивно не звучало это слово. Как бы да, ну, свадьба вроде дела хорошая, но тем не менее. Вот, большое количество собак скапливается вместе, группируется, и каждого человека, каждое другое животное они воспринимают как своего врага. То есть, если у них цель это самка и продолжение рода, то все остальное это просто их враги, от которых они обязаны отбиться и спасти, и заняться тем, чем, что они запланировали. К сожалению, не все люди понимают это, что в первую очередь в данной ситуации собаками все-таки руководят инстинкты. И если вы видите собачью свадьбу, то самый, наверное, мудрый будет поступок, да, жест, это обойти стороной. Если вдруг все-таки вы каким-то образом спровоцировали животных, они обратили на вас внимание, там начали рычать, начали лаять, обязательно встаньте к ним лицом, и желательно, чтобы за спиной у вас было что-то, дерево, стенка, все что угодно, потому что, как правило, собаки нападают сзади на ноги и стараются повалить человека. Привлеките к себе внимание других людей, то есть, чтобы к вам подошли еще люди, чтобы вас могли защитить, если есть какие-то вещи в руках, там, сумки, зонтик, что-нибудь, впереди себя ставьте. Ну, если вдруг вы уже не среагировали вовремя, побежали, и не дай бог вас собаки опрокинули, или вы сами упали, в первую очередь закрывайте руками шею, закрывайте вены, и, ну, то есть жизненно важные органы для того, чтобы... Чтобы не повредили жизненно важные артерии, да. Ну, конечно, для того, чтобы все не закончилось еще более печально. Да, на самом деле очень много собак в городе, это ни для кого уже, по-моему, не секрет. И, наверное, во всех соцсетях нету ни одного человека, у которого хотя бы раз в ленте не промелькнул пост о том, что где-то кого-то укусили, где-то сбили, где-то отравили, помогите, спасите, там лают, там спать не дают и так далее, и тому подобное. А в плане психологии, по сути, жертвы, потому что человек выступает уже жертвой. А правда ли то, что собаки все-таки чувствуют слабинку у человека, когда он боится их? Конечно, они же такие, как и люди. На самом-то деле, когда чувствуют, что ты боишься, ну, значит, нужно додавить. В общем, на самом-то деле, когда у человека есть такой стержень, что я силен, в общем, ну, вижу, ставлю собак, здоровый разум говорит, что нужно, наверное, обойти. Но если человек полон решимости, агрессии, да, почему бы не побороться? Я один такой молодец, и тут ставлю собак, почему бы не пойти на пролом? Ну, тогда будь готов к тому, к реакции, да, что тебя готовы бац и стапнуть. Если ты, конечно, там в бронежилете, там в каске, то вполне можно, да? Да, так прогуливался по улице. Со школы кинологов пошел. А вообще, на самом-то деле, я всегда призываю к разуму, да, в таком случае. Обойти лучше эти два квартала. Это полезно для здоровья, я думаю, да, полезно для твоего. Я сделала, значит, хорошо для своего, для себя, для своей семьи. Ну, не навредил в первую очередь себе и не потратил потом лишние деньги на реабилитацию. Да, и так призываю вообще себя так вести, таким образом мы показываем нашим детям, как в подобной ситуации себя вести, контролировать и говорить, вот, слушай, ребенок, вот видишь, вот эта стая собак, она сейчас в очень таком возбужденном состоянии, да, видишь, их много, нас мало, давай-ка пойдем сюда, посмотрим на цветочки, на природу, что там мы не видели, там, тетю, там, Наталью, например, Наталью, например, вот, и давай посмотрим туда, достопримечательность, город красивый, весна. В общем, таким образом мы показываем ребенку, что не всегда нужно идти на пролом, а показываем своим примером, что есть какие-то другие пути, не только идти в лоб-лоб. Не только у взрослых, но и у детей срабатывает, и чаще всего у детей срабатывает принцип, что надо бежать и убежать как можно быстрее от собак. Но здесь уже сложно это делать. Что ребенку, да, объясните, скажем так, если у него есть портфель, либо еще что-то, это можно использовать как защиту? Это обязательно нужно использовать как защиту, то есть если там портфель, рюкзак, пакет, это все выставляется вперед, и ребенок должен начать не пищать. То есть, получается, главный удар будет от собак,
лак на вот если этот предмет. Если главное, вы спиной там подперли стенку, дерево, хоть что-то, чтобы там кусты какие-то могут быть, еще что-то, чтобы собаки не зашли сзади. Впереди надо поставить между собой и животным барьер, потому что в первую очередь собака реагирует на то, что ближе к ней. То есть то, что ближе ей укусить, на то она первая как бы будет кидаться. А если это чаще всего, например, да, скажем так, площадки какие-то игровые, детские, вот в квартале каком-то, где не особо часто ходят люди, к стенке припираясь, можно ли двигаться как-то, не знаю, к проспекту, к улице, где есть люди, собаки таким образом не нападут? Ребенок должен не пищать в этот момент, вот запомни, да, то есть не проявлять вот вообще панику, истерику, а вот громко, очень громко начать звать взрослых, но стараться, понятное дело, что дети не всегда это может получиться, но стараться все-таки это делать более-менее уравновешенным, таким уже даже каким-то баском, вот попробовать что-то как-то. И если взрослый человек, то многие кинологи советуют там присесть и взять палку, сделать вид, что ты берешь палку, сделать вид, что ты замахиваешься. Детям я вот лично на своем опыте не советую это делать, потому что ребенок не может быстро сориентироваться, то есть он, у него будет движение вниз, собака может его просто накрыть сверху, потому что собаки у нас есть от маленьких там размера спинчера до абсолютно больших лошадок размером с овчарку. Вот, это может закончиться очень плохо, потому что даже ребенок, наклоняясь, может там, не сориентироваться, пошатнуться, упасть, еще как-то. Поэтому в первую очередь у ребенка задача привлечь внимание взрослых к себе. Вот. Ну и не дать напасть на себя собакам. А психологически после вот этого нападения на собака очень часто бывает так, что ребенок начинает заикаться и так далее. Как потом с этим ребенком проработать? Что ему говорить, как его вообще успокоить? Даже людям, которые вот стали свидетелями этой ситуации. Ну, в первую очередь, наверное, нужно самим понять, что произошло, что случилось с самим ребенком. И когда, понятно, окружает его все-таки взрослый, когда взрослый полон уверенности, что ситуация поправима. Второе, слава богу, берем такой момент, который просто собака полаяла, да, испугала ребенка, таким образом, все-таки взрослый должно быть понимание того, что я спокоен, я могу донести до ребенка непосредственно ту информацию, что собака бродяжничает, да, что у собаки нету родных, о ком позаботиться, поэтому собака злится. Таким образом, мы тогда немножко открываем мир психологии вообще животных для ребенка, тогда для него немножко становится шире понимание, что происходит. И тогда, собственно, любовь, забота, терпение и какие-то специалисты, которые необходимы, это все во власти наших взрослых. В итоге нашего разговора хотелось бы все-таки еще привлечь внимание родителей, которые, например, хотят обезопасить своего ребенка, который сам возвращается со школы. Какие-то есть технические методы, чтобы отпугиватели есть от собак, что это? Отпугиватели, есть баллончики, то есть это все продается или через интернет, и так в магазинах это все можно подобрать. То есть это спокойно можно отдать ребенку, например, чтобы оно всегда было... Не всегда ребенок успеет сориентироваться, он же не будет постоянно идти держать в одной руке отпугиватели, в другой баллончик. То есть тут все равно первоочередная задача, во-первых, объяснить ребенку, что не стоит ходить по каким-то закоулкам, там могут быть, извините, не только собаки, но и люди, а это намного, наверное, в некоторых случаях страшнее, чем животные. Вот, ходить все-таки по людным улицам и привлечь к себе внимание взрослых, если вдруг он испугался собаку, если она на него там залаяла, если он видит, и обходить стороной собачьи свадьбы. Будем надеяться, что очень быстро уже весенний любовный период у собак закончится, они станут более мирными и не будут собираться в большие кучи, большие свадьбы. Спасибо вам большое за то, что информируете, за то, что, возможно, сегодняшним эфиром мы поможем кому-то спастись от нападения от собак. Спасибо вам большое. Я нагадую еще, что сегодня в эфире спілкувалися із співзасновницею зоозахисної громадської організації «Фенікс» Наталією Данилюк та Оленою Жигалкіною, сімейним і дитячим психологом, психотерапевтом.